Ахмеса, что ест свои нечистоты. Лучший хлеб в Мемфисе! Любимая пекарня царицы Клеопатры! Да будем. Здравствуй, друг. Хлеба для любимой? Нет, спасибо. Что за проклятие ты бубнишь? Маг, что мне его продал, сказал, что слова надо читать 200 раз в день. Во сне я читать не могу, читаю на работе. Хотя без дегустатора работать стало тяжело. А что с ним случилось? Проклятые власти забрали за неуплату налогов на специи, а у меня корица кончилась. Думаю, маг тебе не поможет. Даже бедной булочнице досталось от власти. Помощь ей тоже борьба с Птолемеем. Пусть хоть так. Ее хлеб пахнет вкусно. Сунуться, прикончим. Народ Мэн, взгляни на этого мерзавца и задумайся. Если вы не будете платить налоги, поплатитесь своей жизнью. С дороги! Дегустатор? Задержите! Все, что сделаю! Булочница Тета просила спасти тебя. Прекрасная Тета. Как хорошо, что я смогу увидеть ее перед смертью. Я окончательно обессилел от голода и любви. Ты ведь отнесешь меня к Тете? Конечно. Ты можешь идти? Я настолько ослаб, что даже стоять не могу. Правда? Лишь Тета, моя чудесная Тета, может дать мне сил. Она знает, что ты чувствуешь к ней. Я все никак не могу набраться смелости, чтобы наконец открыться ей. К тому же, я ведь стал преступником. Да, я знаю. Ты не платил налоги. Налоги тут совсем ни при чем. Я все тебе расскажу, когда мы, наконец, доберемся до Теты. Тета, милая Тета. Тета. Ты вернул мне дегустатора. О,
он хочет тебе кое-что сказать. Ну? Тета, я люблю тебя. Что? А еще кто-то хочет отравить госпожу Таимхотеп, супругу Пашеринптаха. Что? Что? Госпожа Таимхотеп любит наш хлеб. Мы уже 5 лет печем его для великого храма. И вот вчера я случайно услышал, как один из стражей сказал, что эта поставка была отравлена. Ее уже доставили? Я не знаю. Если нет, то она в лагере. Мне надо торопиться. Это все так неожиданно. Может, хочешь присесть? Корзина с пирогами. Я не опоздал. Больше они никого не смогут отравить. Я позову солдат! Быть начеку.
Серьезно? А? Вот ты где! Еще одна корзина. Ее тоже надо уничтожить. Поищу, может, здесь есть еще корзина. Что-то тут не так. Сходи проверь. Эй, кто? Эй! Ха, вижу! Это была последняя. Имхотеп спасена. Что? Эй, что? Сачи капу, Хенуэ!